Всем привет! И это канал Рыбалки. Сегодня мы проходим GTA 5 на PS4. Итак, мы направляемся на нужную нам точку с Ламаром и кем-то еще, который сидит на заднем сиденье. Если честно, я не помню имя того персонажа, который сидит на заднем сиденье в нашей машине. Но все равно мы попытаемся... Как сказать, найти его или разузнать его имя. Ладно, поехали. Так, это что такое? Итак, мы почти что приехали. Так, нам сюда. Наверное, это какой-то магазин. Давайте вот сюда заедем, чтобы припарковаться. А то будет неудобно. Да, давайте вот сюда. Правильно, неправильно, но все равно. Так, мы уже приехали. И заходим. А, это амунация, как я помню. Может быть, и не так? Ну и ладно. And all our weapons are customizable. Oh, hell yeah! You can trick your blam-blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man. Мне кажется, нужно что-то тут выбрать. Так. Oh, homie, get the shotty with the flashlight on. Ясно. Ребятки, я сейчас выберу, и мы как бы найдем нужную нам вещь. Итак, можно нужную вам нам вещь. Это пулемет, поскольку я помню, и фонарик для него. Если я сказала неправильно, то можете меня исправить в комментариях. Вот наши друзья бегут. И едем. Так. Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. Итак, ребятки, мы уже приехали. И сейчас куда-то будем ходить. Оу, нам сюда разве? Где эта точка? Точка. Сюда, что ли? А, нужно выйти. Давайте выйдем. Так, и пойдем. Оу. У него шляпка снилась. Кепка. Итак, поднимаемся на самый последний этаж. Это же тот, тот, кто пытался убежать от нас. Тот парень. Интересно, что же будет? Ой, что случилось? Что это за машина? Похоже, сейчас будет стрельба. А зачем он так? Ладно, пошлите. Это все еще лысый. Ага, вот они, вот они, давайте их так. Опа! Так, давайте их так пристрелим тут, чтобы выбрать из здания. Нам сюда.
Так. О, это что, наш? Так, нужно спешить. Вот так. А, все в порядке. Наш ломбар не пострадал. Все супер. Так, куда дальше? Да, сюда. Извините за вот эти звуки, просто мой брат немного приболел. Поэтому... Оу, прости. Так, давай сюда. Так, идем дальше. Дальше. Итак, что, спускаемся, что ли? Да, спускаемся. Похоже на то, что спускаемся. Ай, скорее. А, все. Да, все. Все, он умер. Так, тут ничего. А, все, это выход. Выход. Выходим. Да, скорее. Так. Ой, еще два. Давай ты уже. Когда перестанешь? Так, дальше. Никого вроде нету. Вау. Да уж. Давай как-нибудь быстрее. Ну, давай, проходи. Ну, что ты тут стоишь, ну? На проходе стоит. Да уж. Так. Вау, что-то взорвалось. Ой, сколько много красных точек. Пытаемся их всех сейчас перебить. Если даже не получится, то ничего. Но я верю только в победу. Потому что для меня победа это... Это как выиграть... жизнь. Ну, типа такое. Итак. О, у нас 3 звезды. Но это я заметила только сейчас. Так, никого. О, аптечка, давайте возьмем аптечку. У нас и так все плохо здоровьем. Здоровьем. Так, ну что ж, я иду. Оу. Ой, скорее, давай. Так. Иди вперед. Это что, нам, что ли? Так. Вот я же знаю, что что-то будет. Чего ждем? Ладно, я пойду. Итак, вау, вертолет. Итак, ну и куда я нам от этих спрятаться? Ну что, по лестнице? Так, я вторая. Я просто боюсь, что я проиграю, поэтому я буду вписываться в их коллектив. Стреливал двоих, чтобы вертолет закружился и врезался. Есть. Все, да? А, да, все верно. Так, прыгаем по крышам. Какаты. Очень классно. Так. О, ну давай, ну что ты? Он не может пролезть. Так, куда нам? Вот машина какая-то едет. За нами, да? За нами. Так, куда идти? Вау, куда идти? Уйдите от полицейских. Каким образом я должна уйти? Наверное, бежать. Прыгай за руль. Так, давайте сюда пробежим. Ну, мне кажется, давайте не поедем, а пойдем.
потому что... Ну, не знаю, почему. Давайте все равно пойдем пешком, пешечком пробежимся. Так будет намного интересней. И у нас есть много шансов умереть. Да, идеально просто. Ну ничего. Пытаемся сделать все идеально. Все должно быть идеально. И только идеально. Так, извините за посторонние звуки, я вам говорила, если вы это слышите. Оу, нет, все. Ну ладно, ребятки, я как-нибудь сама попробую уйти от копов, а то это будет очень медленно все происходить. Так что, вот. Итак, я уже ушла от копов, и это было очень, очень легко. Вернитесь в дом Франклина. Хорошо, мы возвращаемся в дом Франклина. Так, давайте здесь завернем. Чтобы было короче путь. Так. Наверное, нам придется ехать еще долго, так что... Будем спокойно ехать. Оу, что-то я вообще... Что-то со мной... Вообще, я никак не справляюсь с управлением. Надо как-то побыстрее поехать. Ого, чтобы не занесло, чтобы не занесло. Так, ну давайте здесь. А то, что-то я вообще отвлеклась на... Не на карту, а на наш... Наша машина. Хотя это не наша машина, потому что... Фрам, мы одолжили у людей. Это машина. Ну что ж, мы уже приехали. Давайте остановимся тут. А, нам нужно заехать в гараж. Хорошо, заедем в гараж. Около гаража. Все, что ли? Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking bastard. Да, с этим заданием мы ничего не добились. Так. И наше видео подошло к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Мармеладки. Я вас всех очень люблю. И до новых встреч. Пока.